Здравствуй, уважаемый зритель. Мы тут нашли отпечаток ракушки на глубине 1200 метров в Красноармейском районе, по новому названию в Покровском, Донецкая область. Отпечаток был найден в шахте Стаханова, по новому названию Капитальная. Это кусок породы, сама ракушка уничтожена временем, но мы видим явный отпечаток ракушки. Что интересного? Моря здесь нет и близко даже на самых старых картах. Но оно здесь однозначно было. Или море, или океан. Только это объясняет происхождение этого отпечатка ракушки. Сколько этому отпечатку тысяч лет или миллионов лет, остается только догадываться. Думаю, очень много. Возможно, появился он еще до людей. В любом случае, находка очень интересная, и я очень рад, что нашли ее именно мы. Ракушка не единственная находка, которая доказывает, что здесь было море или океан. Сейчас немного порассуждаем. Откроем современную карту. Вот наше Азовское море. А вот место, где была найдена ракушка. Это 143,5 километра от моря. Проложил линейку и видим километраж. А вот в интернете кричащая новость. В шахте Донецка найдено колесо. Можете спокойно найти в интернете не одну такую статью. Я убежден, что это не колесо, а штурвал. В таком случае все становится на свои места. У меня все. До новых встреч на канале. Всем пока. Мир полон сюрпризов и загадок.